Григориан Аганес Робертович? Да, это я. Что дальше? Здравствуйте. Я ангел. Ты... Какие вы странные люди. Обязательно надо прийти в таком виде, чтобы ты поверил, что я ангел. Но если вы можете прийти вот так, почему приходите, как обычные люди, и ставите нас в неловкое положение, а я перед вашим носом дверь закрыл? Во-первых, без разрешения входить в дома людей некрасиво, а во-вторых, для того, чтобы появиться вот так, необходимо много энергии. Так что из-за тебя я очень устал. Простите меня, но не скажете, почему вы пришли? Перейду к делу. Каждый год на небе происходит розыгрыш, где один из обитателей планеты Земля выигрывает. В этом году выиграл ты. Я Финн выиграл? Нет. Ты выиграл возможность выбрать. Я предложу тебе три варианта, но ты можешь выбрать только один. Что ты выберешь? Деньги всего мира, которым нет предела? Любовь, которой ты будешь наслаждаться, и поэты напишут об этом книги? Или выберешь мудрость, чтобы стать мудрее всех мудрецов? Я выбираю мудрость. Я хочу быть мудрее всех мудрецов. Иди и присядь. Что происходит в мире? Столько людей! Столько людей! Но что скажешь, о мудрейший из всех мудрецов? Надо было выбирать деньги. Точно деньги.